Всем привет, ребят, с вами Алекс, и сегодня мы продолжаем наши роллинги. Сегодня у нас будет несколько аккаунтов, на которых мы паролим. Так, давайте сразу же начинать наши роллы. Ролить мы будем на склад. И начнем по 150. Пока что нам падает только слизь, да. 450, давай. Первой легенды, давай. Первая легенда — это тыква. Отлично. Давай вторую легенду сразу. Так, давай, давай. Ух, не хочет падать пока что. Тыкву дал. Ну-ка, давай остальных героев. Докупаем мы немного мест. Давай. Так, по 150. Давай легенду нам. Так, нам падает сердцеедка. Отлично. Падает Дракос. Ну и на этом все. Давайте глянем в складу. Тут тыква, Дракос и сердцеедка. Идем дальше. Далее 150. 450. Давай. Промотаем. Тут нам падает Фрэнки. Вот так. Круто, Дракос опять падает. Дракос, хорошо. Так, 150, давай. Ну давай. Два героя нам. Друид. Я сойдет. Так. Арес. Места. Ну, давай. Ладно, больше нету. Давайте глянем героев. Получается, Друид, Арес, Дракос и Фрэнки. Бесплатная попытка. Ничего нам не падает. 450. Оу, зелень посыпалась. Куда нам зелень-то? Падает там. Да что ж такое, еще один Фрэнки. Так, 150. Так, череп, воу. Ничего себе, так. Ролл хороший у нас сегодня. Нам падает бульдозер. Ну давай, еще последний герой нам. Рыцарь. Тоже сойдет. Шаман. Так, ну давай, еще одного хотя бы. Ну давай. Последнего. А, не выпал. Ну и выпали нам сегодня, получается, на этом аккаунте рыцарь, бульдозер, череп и Фрэнки. Так, ну и последний на сегодня аккаунт. Проролим мы эти самоцветы. Ну-ка, 450, давай, героя нам. Побольше легенд. Ну что ж такое-то? Давай. Ну-ка, давай, медленно. Да ладно. Во, арест нам падает. Ну давай же героя. Призрачный всадник. Тоже неплохой герой. Так, укротитель. Тыква. Ну-ка, давай последнего еще. Эх, не хватило. На последнего героя, ну-ка. И кто же нам упал тут? Куча всякой синьки. И тыква, арес, укротитель и призрачный всадник. Ну и на этом мы будем заканчивать. Не забывайте вступать в мою группу, также добавлять меня в друзья ВКонтакте. Ссылки на все это будут в описании. Также участвуйте в моем розыгрыше. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписываться на мой канал. Ну и всем удачи, всем пока.